В Одинцовском историко-краеведческом музее мы гости частые, и прием здесь всегда радушный. Здравствуйте, Светлана Геннадьевна, мы снова к вам в гости. Мы очень рады. Проходите. В Международный день музеев мы навестили наших добрых друзей. Жизнь в нем, как всегда, бьет ключом. Главное и долгожданное ноу-хау – интерактивная доска. Развитие мультимедийного формата в музее – заветная мечта сотрудников. Ну, очень важно, чтобы в музее появлялись мультимедийные приспособления. Мультимедиа, интерактивные какие-то вещи. Для нас это очень важно. Пока доска только наполняется материалами для новой выставки о нашем земляке Иване Ивановиче Дубасове. Для широкой публики Дубасов сейчас больше известен как один из авторов герба Советского Союза. Угу, то есть вот этот символ, который существовал много десятилетий, окончательно оформил Иван Иванович Дубасов. Угу. Делается приложение с викториной, с большим количеством материалов, которые будут забиты в этот стол. В общем, будет интересно. Будет интересно. Не оставляют равнодушными и старинные экспонаты. Они расположены в залах по различным тематикам. Оборона Москвы, русская изба, народные промыслы и другие. Уникальность Одинцовского музея в том, что все экспонаты приносят сюда местные жители. А в большом зале сменных экспозиций регулярно проходят тематические выставки различных одинцовских художников. Один из уникальнейших экспонатов – часы местного часового промысла в селе Шарапово. Начиналось все достаточно скромно. И, кстати, начал этот промысел Герасим Афанасьев. Угу. Да. Чем еще ценны эти часы? Тем, что у нас есть четкое подтверждение того, что это именно шараповские часы. 1887 год. И сделаны они на самой первой фабрике, которая была организована в селе Шарапово. Со временем производство достигло немалых масштабов. Часы славились своим качеством при низкой цене. Подробнее об этом промысле, об истории нашего края можно узнать на различных экскурсионных программах. А на днях музей в шестой раз примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Стартуем мы в 6 часов вечера и будем открыты до 20:00. Ждем наших посетителей. У нас будет торжественное открытие. Можно посмотреть, чем мы завлекаем, но все рассказывать не буду. Будут мастер-классы, будут квесты, будут викторины, будут призы. Будет очень много всего интересного. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».